Так. Пиздец, шо нахуй? Так хватит, говно всякое вылезает, блядь, на экране. Бля, на самом деле выглядит как что-то очень стрёмное. И что? Это типа кровь? Или это ковер? Я не понимаю. Какой нахуй? Что, блядь, вообще в чате какое-то дерьмо происходит сегодня весь стрим? А, телек что ли включился? Или что это такое? Так. Ну, сейчас какое-то говно выскочит из темноты. Очень громкое. Блять, где я куда вообще? Я улетел куда-то? Я умер? Ай, бля. Ой. Поставьте сабчат, пожалуйста. Я что-то, я не знаю, с чатом какая-то вообще полная ебень. Ну, максимальная ебень какая-то происходит. Что-то слишком много дебилов, которые какую-то хуйню высирают в чат. Просто мусор какой-то непонятный. Спасибо большое, сабы, здорово. Какие-то плюсы, блять, эфы, еще какую-то хуйню пишут, непонятную. Ну, здравствуйте. И что это такое, блять? Куда вы исчезли? Раньше такого не было с чатом. Все было хорошо, а теперь это просто, блядь, невозможно читать. Ну, реально. Сидишь и тупо тильт с чата ловишь. Что это такое, блядь? Это кровать. Ладно, пойду сюда. Так, перепрыгнуть нельзя. Перепрыгнуть нельзя, понятно, блядь, какие-то лабиринты. Надо идти на звук или что, я не понимаю. Кеса, у тебя важных дел нет? А то, может, ты опоздаешь на какой-то из них. Вообще есть, кстати, сегодня в 6 вечера, а время уже 17:18. Поэтому да, есть важное дело. Просто, Вовик, спасибо тебе большое за новую платную подписку. Здорово. Как неожиданно. Ну, блядь, вот так вот. Ну, на самом деле, я пойду хату смотреть. Другую. Новую. Так, чё-то, я так понял, очередной хуёвый хоррор. А? Чё такое, блядь? Чё такое? Чё такое? Какая хата, ты же бомж. Ну так надо же переезжать, я в этой хате не буду, блядь, вечно находиться. Я же давно еще говорил, что я планирую переезжать. И мои планы, они как бы, ну, не поменялись. На этом же районе. Ну я сейчас пока смотрю разные квартиры. То есть я сейчас просто хожу и смотрю, что там, как там, какие условия. Да пиздец, не, ну это хуйня какая-то. И так далее. Конечно, хотелось бы куда-нибудь подальше от Брайтон Бич. А? Вот. Откройте чат для всех.
Завтра стрим будет? Слушай, ну не знаю пока, не могу сказать точно. Надеюсь, что да, будет. Здорово, ребят. А кредитная история? Ну вот это главная проблема, блядь, это ебучая кредитная история. Ну я говорю, иногда можно и договориться. Но это здесь сложно, конечно. Приезжай в Гавайи, чего, блядь? Ты вообще что ли ебанутый? Toyota. Здорово, стул! Подскажи, пожалуйста, что в этой ебучем, блядь, хорроре делать? Когда второй сезон? Да завтра, завтра. Если, конечно, завтра будет стрим. А в сервер сегодня будешь играть? Я вообще в это играть не собираюсь. Ты в Майами собирался? Собирался, но планы изменились. Как обычно, блядь. Дороговато сейчас будет в Майами. Не, ну это какая-то хуйня ебаная. Ладно, давайте в следующий хоррор пойдем. А сколько ты в Америке платишь за инет? Если не секрет, можно и примерно. Европе отдаю где-то 33 за 500. Слушай, ну я отдаю 60 вроде. $60 за 1000 гигабайт. Реально. Skylark Tunak, спасибо тебе за подписку. Так, а на весь экран я могу? Бля. Ну и чё за говно? Ой, за 1000 мегабайт, господи боже, какой 1000 гигабайт? Ага. Ну и что это за хуйня? Почему нельзя на весь экран сделать? А что происходит? Ты что делаешь, дурак? Блять, что происходит? А если ты в РФ вернешься, тебя не закроют? Кто сказал, что я собираюсь возвращаться? Ну что ж такое-то, блядская ты жизнь? Да убери ты руку! Чё за... Ай, блядь! Кто это там ходит? Ты в ТГ-коле? Интересно, что я там забыл? Бля, я не понимаю, это что, это симулятор нажимания... Блядь! Что? Это все? Чё-то я не вижу, чтобы я... А. У меня игра зависла. F11. Сейчас покажу. Подожди, это прям сейчас что ли произошло? Это Даня Милохин. То есть Даня Милохин сидит, смотрит мой стрим. Неплохо. Бля. Но я так понимаю, у него это началось после того, как его этот велосипедист сбил. Он, видимо, головой ударился и начал мои стримы смотреть. А, все понятно, все понятно.
Все понятно. Мне кажется, они не ожидали того, что он будет их снимать. Мне кажется, они даже, в принципе, были против этого. Мне кажется, они не давали согласия на съемку. Мне кажется, они должны прямо сейчас сказать ему: иди отсюда нахуй. Мне кажется, если они сейчас это смотрят, они должны последовать моему совету. Реально. Оу, слендеры. Какого нахуй слендеры? Ребята, вы что, с ума сошли? Я пытаюсь найти здесь нормальные хорроры, но пока что-то как-то... Ну-ка. О! А, не, хуйня. Ну-ка. Вот это интересно выглядит. Что? Подожди. Чё за хрень? Ну, то есть, я могу что угодно сюда вести, правильно, да? Jesus AVGN, предположим. Аге. Ну, скажу честно, 29. А что такое puzzle mod? Play without... Что? Что? Дизлайк поставлю, конечно же. Я напишу комментарий. Хуета. Хуета. Можно еще репорт кинуть. Тоже дизлайк. Напишу ебанина. Репорт. Опа, новое видео. Сейчас подожди, надо это прокомментить. Хуета ебаная. А где новое? А, ничего себе. Говно. А так а в чем хоррор-то, я не понимаю. И что, блядь? Заебал, блять, уже нахуй. Алло. Алло. Алло, Хесус, меня выгнали Даня Милохин с Диппинсом. Я тебе снял видео за то, что ты сказал, они перестали со мной дружить и общаться. Ты почему так сделал? Они последовали моему совету, да? Они увидели, я тебе даже видео скинул, они на меня напали, блять, кулаками, потому что ты так сказал. Ну что это же ненормально, Хесус. Блин, слушай, крутые ребята. А они меня сейчас слышат? Наверное, да. Пацаны, просто, блин, как-то неловко. Классные вы. А чё почему ты вот... Почему ты так? А это ты плохой человек, потому что. Ты, блядь, ворвался к ним в комнату, начал их снимать. По лицу Милохина да. Я просто увидел, что он вообще не ожидал этого. Ему было неприятно. И они теперь со мной не общаются из-за тебя. Ну почему так? Вот так вот получается, видишь. Я влиятельный человек, потому что вот... Я понял. Я тебе скинул видео, где они на меня напали с кулаками. Посмотри на стриме или вне стрима, потому что там, ну, типа, реально жесть. Я завтра буду на этом хайпить весь день. Опа, слушай, хорошо, я посмотрю. Давай, скидывай. Да, я уже скинул в личку. А, все, сейчас посмотрю. Давай. Давай. Блядь, что, блядь, происходит, ребята, я не понимаю. Ну-ка. Где ты мне скинул? А, реально, блядь. Слушай, Коля, мы подумали, иди-ка ты нахуй, ну так иди отсюда, сказали, нахуй. Сделали. Так, подожди. Слушай, Коля, мы подумали, иди-ка ты нахуй, ну так иди отсюда, сказали, нахуй. Сделали. Это, блядь, ну ребята, за что? Ну-ка. Я... Блядь, вот это сука пиздец, друзья называется. Туда, бля! Неплохо. Господи, вы сидите в кальянной и смотрите мой стрим. Алиса, время в Москве. Сейчас в Москве 1:29, пятница, 11 марта. Пиздец, еще в 2 часа ночи, я вообще в шоке. Я в шоке, просто в шоке, блядь. В целом-то как бы все правильно. Все правильно. Хотелось люди должны отвечать за свои поступки. Если будешь все так и слушать лекцию,
Ленина Немцов. Да, блядь, ты серьезно, что ли? Какая лекция? Народе, потому что относились. Мы вообще в хорроры играем, ты не видишь? Если что, это просто теория, но интересная. Я не понимаю, что это за говно, блядь, когда уже что-то произойдет в этом хорроре. И. Мне надо все видосы прокомментировать. Ой. Это если что, оно само, я даже не управляю этим. Ну и чё? А, новое видео. Нет. Просто, Лёха, спасибо тебе большое. Так. О! И почему я не могу смотреть видео с котиками? Почему я должен смотреть это говно? Так, это я уже видел. Почему Вова тебе звонить не может, а Никоглай спокойно может? Почему Вова мне не может звонить? Схуя. Ли он не может мне звонить? Вот это ж? Нет, тоже не оно. Ты же сам говорил, звонки отключил. Ну пусть теперь попробует позвонить, блядь. Значит, теперь включил. Или что, у нас если отключить звонки, их больше никогда нельзя включать, или что? Да ёбаный свет, блядь. Плюс, если вы не знали, в Телеграме можно отключить звонки, но каких-то людей добавить в исключение. То есть, например, добавить туда братишкина там или еще кого-то. И эти люди смогут звонить. То есть другие, у кого нет в этих исключениях, они не могут звонить, а те, кого я добавил в исключение, они могут звонить. Понятно, да? Ладно, мне этот хоррор заебал, хуйня какая-то. Где новый видос-то? Короче, давайте обратно вернемся. Все. Нормальных хорроров, я так понимаю, в этом, на этом сайте не существует. Ой, бля, ладно. О, вот этот последний, короче, давайте заценим тоже. Интересно выглядит. Трэш, Никоглай в исключение. Ну, это с тех времен, когда у нас были с ним терки. Когда он мне звонил. Да, блядь! О. Я просто его оттуда до сих пор не вытащил. Как думаете, стоит вытащить, да? Угу. Чё это, блядь, такое? Я только начал игру и уже сдох. Блядь, пиздец. Я чё-то вообще не понял. Какая хуйня, господи ты, боже мой. А я что-то должен сделать, или я не понимаю. Я просто не понимаю, что мне надо сделать-то, блядь. Двери открывать не могу. Здесь я нажимать не могу. Это вся игра, что? Увлекательно, ребята, увлекательно, да. Так что?
чего, блядь? Не понял. Почему дверь открылась? У меня, оказывается, все это время фонарик был. Там Милохин смотрит тебя, привет. Блять. Правильно делать, что смотрит меня. Батарейка? Toyota. О, бля, батарейка садится. А чё, где еще-то взять батарейку, я не понимаю. Батарейка, и что? Здесь нет больше батареек, все. И нахуй. Не надо. Ну заряжайся ты. Ты серьезно, что ли? Так, выключи. Блядь, точно, я туп. Так, я понял, как надо работать. Смотрите, короче. А что, мне, ну то есть, мне так и надо сидеть здесь, да? Ну ладно. Ну? Там кто-то был. Я его вроде убрал. Слушай, это как Five Nights... Короче, это типа это Фредди, короче, ну вы поняли. Только здесь надо фонариком отбиваться. От монстров. Ну типа. Мне просто интересно, что дальше будет. Твою мать, блядь. Ага, попалась. Заебал гоу-хоррор с машины. А зачем, если мы его и так прошли, считай? Блядь. Ой, сука, выглядывает, падла. На самом деле меня не Милохин смотрит, это меня Диппинс смотрит. Он сидит и ворует мои хорроры, которые я играю. Иди отсюда. Ты чё? Реально. Ты же сдох. Так я умер там прям перед концовкой, как мне сказали. Что за звук? Дверь в стену. Да ты чё, сука, ты тупой, что ли? У тебя встреча? Бля, я знаю, да. Ну, в принципе, здесь недалеко. За 20 минут я успею. На диван сядь. Не-не-не-не-не-не. Кто? Так, 68% зарядки. Просто я не знаю, тут будет какое-то продолжение, или я так буду бесконечно просто стоять и все. У тебя опять, блядь, встреча. Ну извините, конечно, вы там школьники, блядь, сидите дома, нихуя не делаете. А я деловой человек. Вчера косметолог. Да, вчера косметолог, сегодня я хату смотрю. И что, блядь? И че?
Нельзя, что ли? Да иди ты, блядь, отсюда. Делавый, ну да. А последние 4 дня ходил, бабки снимал. Где только можно. И как только можно. Да ты, ты... Может, игру на телевизоре надо играть как-то? Стрелками МБ. Не, нихера. Вообще никак. Сосал за бабки? Нет. Но походу придется. Рано или поздно. Бабок снимал? Ну да. Это хуйня, go horror про Twitch. Что, блядь, там был хоррор про Twitch? Короче, реально залупа какая-то. Вот в это, ну, бесконечно можно играть. Как говорится, нету интереса. Про Twitch вот это, что ли? О, реально. Жесуса, ой. А нет, подождите. Да ну... Типа это стримы или что? Ясно. Ясно. Ясно, блядь. Ясно, нахуй. Ясно. 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 Что? О! Да блядь! О! Хесус, это ты? Блять, я тебя люблю. Гоу стрим вместе. Алло. Так, уже 4 зрителя. Не, может надо на английском писать? Hi. Hi. B. Пец. А чё встал-то? Я не понял. Ты будешь играть? АФК, нахуй, стример. АФК. Надо писать действие в чат. Go. Какое нахуй действие надо написать? А, реально. Вот я написал дверь, он дверь теперь делает. А, это, короче, стример, ему надо говорить, что делать. Open. Дур. Ой, дур. Open, дурак, блядь. Open, дур. Unlock. Офай нахуй. Ничего не помогает. Найди ключ. Use key. Блядь, дебил или что вообще? Может просто кей? Back. Find the key. Туалет. Open. Заставляем стримера ковыряться в унитазе. Слушайте, интересно, стример. Дринк. Ты чё? Какой нахуй? Ты чё делаешь? И куда ты смотришь? Я написал дринк. Что это такое? Опен.
наклонился, блядь. Туалет. Тейк. Damn, that's gross, bro. О май гад, мне $10 задонатили, нихуя. Теперь дринк. Почему я пишу дринк, он, блядь, нахуй. Юзи. У тебя есть отвертка, используй отвертку. Спасибо за донат. Юз, как? Бля, сложное слово. Я скопирую из чата, вставлю сюда. Опа, реально юзает. Уже 20 зрителей. 26, 32, 37. Ебать, хайп, пошел хайп. Блядь, надо было себя не Диппинсом назвать, а не Каглаем. Сейчас было бы полляма зрителей. А, тейк. Слушай, интересный хоррор, но мне надо уже идти, ребята. А то я опоздаю, это будет некрасиво. Хайповоз, блядь. Оба, 89 зрителей. 90, 91. Вот, сука, ББ. Офай. Ну, ребята, я буду офать в итоге. Эту игру надо запомнить. Я ее сейчас сохраню в закладочке к себе. Завтра поиграем. Охуенно. Вот это мне, кстати, реально что-то понравилось. Все, ребят, подписывайтесь на мой телеграм-канал.